Всем привет! Если ты смотришь это видео и слышишь мой голос, значит, ты вновь на моем канале. Мы продолжаем «Сталкер. Чистое небо», и только что у меня случилась неприятность, ужасная неприятность. Я, блядь, записывал, сидел, сука, Rage 2, давно уже его не записывал. Думаю, надо бы это немножечко записать. Все записал, файл, все. Ну, правда, блядь, у меня почему-то опять там возникали эти фризы непонятные. Я так и не понял, почему. Но самое интересное, что файл повредился. Он тупо записан, и все, как бы, но, блядь, сука, никак не воспроизводится. Все. Кина не будет, нахуй. Электричество кончилось, нахуй. Кончилось, блядь, ебучее электричество. Все, блядь, кина не будет, нахуй. Как-то так, в общем. Поэтому я думаю, блядь, что-то у меня уже пропало настроение записывать эту игру, потому что постоянно с ней какие-то, блядь, возникают с ней какие-то трудности. Бля, мы перегружены, да? Ну, конечно. Ну, конечно. Ладно. Хуй с ним. Нет, так нет. Что теперь уже делаешь? Ага. Ага. Так, ну понятно, бабла у меня нету. А где у вас тут торговец-то, блядь? Есть кто-нибудь? Торгонавт какой-нибудь у вас? Поэтому, блядь, немного расстроился. Каждый раз сидишь, стараешься, блядь, и потом на вот такая залупа, сука, вылазит. Конская, гигантская, просто вообще. Что, наемник, какие-то проблемы? Здравия желаю, наемник. Здорово. Что здесь делаешь? Мне нужно найти вход в подземелье НИИ Агропром. Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Подземка как подземка, слышал, что там не должно быть особо опасно. Не должно быть особо опасно. Да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой туннель. Ага. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. И что теперь? Я дал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель — одолеть нас во что бы то ни стало. И как мне теперь попасть туда? Я помогу тебе проникнуть вниз, но взамен попрошу тебя помочь нам. Ну, конечно. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Ну, окей, босс. Сержант Наливайка, направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал, неужели нашелся кто-то, кто согласен туда лезть? Нашелся. Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Ну что ж, удачи. Ага. Сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет парой полезных советов. Спасибо. Координаты норы я передал на твой ПДА. Спасибо, что, спасибо. Какие-то проблемы? Да, проблемы, блядь. Сука, с ебучими записями. Просто эти записи мне уже, блядь, всю голову выебали. Ну, здорово. Здорово. Ну-ка, наливайка. Где там этот наливайка? Он наливает, блядь, или нет? Наливайка, блядь. Подходящая фамилия, кстати. В компаниях, наверное, он, блядь, я даже знаю, чем он занимается. Здрасте. Есть что-нибудь? Нету ничего. Ну и ладно. Ветераны и охотники, вливайтесь
Так, здесь у нас кто? Защитить мир от заразы зоны наша общая задача. Неужели ты меня покидаешь? Вот. Бля, нихуя себе. Нихуя себе. А когда нам ствол успели уже, блядь, так выебать-то? Продать. Вот эти тоже спихнем патрончики. Бля, я расстроенный просто, реально, сука, вот из этих записей, блядь. Ладно, хуй с ним. Забудем. Поэтому, если сегодня серия получится не такая юморная, как обычно, то вы знаете, в чем причина. И что, тут ничего нету? Ну и ладно, блин. Ну и ладно, собственно. Так, а тут у вас кто? Тут у вас, блядь, кто? А, это у нас Бармидзе. Бармидзе наш. Слушай. Воу. Чувак, отдай. Хватит бухать. Чуваки. Ладно. Ладно. Рад приветствовать. Здорово. Заходи словом перекинуться, когда снова тут появишься. За сатен, блядь. И вот это на. И вот это на. Бабосы лишними не бывают. Так. Что ты можешь мне предложить? Так. Ты заходи еще. Ладно, ничего он не может предложить. Время дорого. Так. Давай, пойдем, сходим к сталкерам еще, посмотрим, что у них там интересного. Ух, ебать. Ух, ебать. Ебать. Здрасте. Здрасте. Так, это у нас проводничок, отлично. А чё у вас здесь так темно-то? Хоть бы свет себе включили. Почему нет-то? Чё у них просто так оно лежит? Ой, этот музон. Ну, что расскажешь? Да нечего тебе рассказывать. Слушай. Так, есть для меня работёнка? Воу. Ладно. Если что, принесу. Принесу, привет, блядь. Ну, это не точно, конечно. Это, блядь, не точно. Так, это у нас кто? Ебать, это у нас Торгаш. Торгаш это у нас. Бля, нам так-то сейчас идти, блядь. С мутантами бороться. Может, патрончиков побольше взять. И 4 рубля за 18 патронов для дробаша. Ай, блядь. Это вообще охуительно. 4 рубля, блядь, за 18 патронов. Ну, блядь, ну пиздец. Где они такие ценники, блядь, находят? Чем я могу вам помочь? Ну, конечно, помогу. Помогу, хули не помочь-то. Здорово, дружище. Хули не помочь-то вам. Нахуй я покупал. Вот нахуя я покупал. Ладно, забираем все, что можно забирать. Почему бы, собственно, и нет? Тихо. Ну, опять, привет. Блядь. Так, починить. 1000 рубасов. Но он починен до идеального состояния. Пусть эта сука только попробует сейчас хуёвничать, блядь.
кстати, да, написал мне там Артурчик, блядь, опять. Что, ёпить, какого хуя я не использовал дезерт, который лежит, блядь, на базе нейтралов. Дезерт же можно было вкачать. Почему я нахуй про него вообще забыл? С кем там, кто воюет? Опять я пытаюсь нажать. Хуя тут, блядь. Хуя тут. Ебать. Хуя их просто, блядь, здесь. Хуя себе их. Блядь, граната нахуй. Ебать. Ебать, тут пацанов-то набежало. Да, действительно, согласен. Согласен. У вас здесь, блядь, не... Отлично. Я просто, блядь, перегружен. Тютель в тютель опять. Да ладно. Да ладно. Блядь, это все нужно будет забрать. Сундучок, кстати. Нахуй нам тогда за нашим винторезом возвращаться, когда здесь уже есть. Отлично. Блять, ну правда патронов таких вообще нету. Вообще таких патронов нету. Я смотрю, что-то и в продаже-то их нету. Это, кстати, хуеваста. Хуеваста. Так. Продать, 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 продать. И это продать. И это. И вот это вот. 60 патронов только. 9.39. 12 кусков нахуй в инвентаре стоит. Ну, блядь, здесь он, наверное, у них он будет стоить. 900 рублей нахуй. Сколько всего принес, блядь? На 900 рублей нахуй. Кто, блядь, придумывал ценники вот для сталкера, блядь, чистого неба? В глаза бы ему посмотреть на самом деле. Кто придумал такие дурацкие ценники? Слушаю тебя. Ух ты, ебать, сразу появились места, куда ты можешь меня отвезти. 1100 до базы нейтралов. Давай. Хорошо, хуй с ним. Хуй с ним. Хуй с ним. Тратим все бабки. А у нас сейчас, наверное, даже не останется на обратную дорогу. Наверное, да. У нас, блядь, не останется, блядь, на обратную дорогу. Потому что... Да. Наверное, да. Ладно. Ладно. Ничего страшного. Ну. Да. Без настроения сегодня я, потому что, блядь, с этими записями вечно идет все не так. Чего заскучали, мужики? Блядь, где бы экзоскелет-то достать себе? Блядь, удачно пришли. Что могу предложить? Удачно мы пришли. Если не нашел, чего искал, извиняй. Да, у нас вообще нету, блядь. Просто денег на обратный путь. На обратный путь денег нету. Ну нету. Еще и, блядь, выброс нахуй ебучий. Есть что-то на продажу?
Приятно иметь дело с честным сталкером. И как мы будем обратно добираться? Что-то починить требуется. Если что еще понадобится, заходи. Это ж где я все это искать-то буду? Ладно, ждем, пока проходит выброс. Ебать, как долго ждать. Здесь так и светится, нахуй, удержите. Ну не удерживается она, ну что я вот сделаю? Ну вот что я нахуй сделаю? Месяц там стоять буду. Ну, ладно, хули, ждем. Ждем, как говорится. Я вот там ходил, я что-то вот не знаю. Я, кстати, блядь, так и вот не нашел там, где этот. То ли нужно как-то к аномалии поближе подойти, то ли что. Можно сейчас, кстати, еще раз попробовать. Блядь, ебать, как это долго нам ждать. Как же это долго нам, собственно, ждать. А бабок нет, чтобы вернуться. Сейчас, может, на винторезике каком-нибудь подзаработаем. У нас же там же есть еще один. Что могу предложить? Если не нашел, чего искал, извиняй. Ну да, он хотя бы 1300. Ебать, просто в 10 раз, нахуй, цену он, блядь, сократил, нахуй. Охуительно. Просто кто придумывал эти ценники? Кто-то же их придумывал и прикалывался, наверное, и угорал. Говорит, вот они охуеют, когда они будут играть. Какие здесь ценники, бля, класс, эта фишка будет этой игры. Охуительно. Удивили, честно, удивили. Бля. Ну, поактивнее, пожалуйста. Ну, есть шанс, что мы сегодня его все-таки переждем. Мутанты, блядь. Тайничок он какой-то прям. Какая-нибудь кака там по-любому лежит. А эти не собираются, да, заходить? Им похуй. Не, они на улице будут пережидать. Ну? Ну? Блядь, сейчас заберем тогда наш дезерт. Ну, блядь, у меня уже бабла нету, чтобы... Я уже в этот вложился тоже. Отлично, все. Начинается кино. Начинается кино. Ебать. Вот, наверное, охуительно штырит. Просто охуительно штырит во время выброса. Там, наверное, блядь, давление подскакивает, блядь, до 300. И нижнее, блядь, до 200. 300 на 200, ебануться. Охуительное, наверное, давление. Отлично, отлично, я счастлив, нахуй. Я просто, бля, счастлив. Чуваки вон на улице пережидали. Вот мне так нужно куда-то заходить, блядь. А они, типа, на улице пережидают. Они чё, блядь, Чего они, блядь, сделаны? Надо же, как отлично все разрешилось. Так. Теперь военная дальше блокпоста долго высовываться. Ага, я понял. Все что-то за бабки мне хотят предложить. Который из них получше? Вот этот и получше. Значит, этот мы и продадим тогда. Отлично. Ладно. Сегодня буду грустный. Буду грустить, блядь, по утраченной записи, блядь. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Продать. Бля, так-то этот лучше нашего.
а у дезерта-то, блядь, и точности меньше. Так что мы оставим этот. Однозначно мы оставим этот. А этот продадим. Ну, собственно, два рубаса. Ну и давай тогда чё. Да, наверное, так, блядь. И сегодня подтупливаю еще чуть-чуть. Отлично. Как раз у нас есть на обратную дорогу. Ну да, собственно. Собственно, да. Да, ладно. Все, заканчиваем грустить. Хоть, блядь, это и очень трудно сделать. Эта запись стоила мне, блядь, моего времени, ну, драгоценного. Ну, привет. Которого, блядь, у меня нету, вообще нету его. А вот такое вам как? Так, блядь, нахуй ты вообще вышел-то? Так. Давай сначала в лагерь сталкеров сходим. Это, я так понимаю, флешки, что ли, вот эти нужно приносить? По всей этой ебале. Или что им нужно, блядь? Или им прям нужно усовершенствованные эти находить? Стволы, блядь, хуелы, пиздулы, ебалы, ебалюмбы. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Да, блядь. Давай. Активней, ну. Еще, блядь, активней. Так. Удерживайте. Так, найти... А, усовершенствование именно нужно найти. Техник группировки свобода. Потем... Фу, блядь, потем. По точному оружию. Сейчас он ищет информацию о стволах для снайперских винтовках. Ну да. Это получается у нас... Это у нас получается флешки типа с данными нужно искать. Так. Вот оно, блядь. Надо побыстрее тоже заканчивать с этим чистым небом. Отлично. Бинтики. Ух ты, ебать, у них здесь... Ебать! Охуительно. Охуительно. Просто, блядь, понеслась нахуй жизнь. Блядь, ну конечно. Ну конечно. Как же может быть иначе? Ну конечно. Отлично. Убираем. Идем тогда продавать. Да, вот это поновее чуть-чуть. Да, я же так понимаю. Да? Да. Да, этот мы оставляем, а два этих продаем. Продаем, мы продаем. А что там за красная точка? Ебать, это что у вас тут за пленник? Это нормально, что он здесь у вас, да? Поэтому эти рвутся сюда постоянно. Я понял. Привет, брат. Так может стоит его грохнуть просто и все?
И не будет больше сюда никто лезть. Так. Так, это тайники. Я понял. Я понял. Что у нас? Опять стол? Блядь, нихуя у него. А что у нас? Это где-то, походу, какая-то улучшалка стоит, которая, блядь, уменьшает это. Я понял. Так, хорошо. 952, блядь. 952. Так, эти патрончики сдаем. У нас уже, блядь, между прочим. А этих нету в продаже. Для винтаря-то. Нету их в продаже. Нету. Так, идем дособирать, хули. Собирательство у нас. Очередная серия, блядь. Собирательство. Ну, хули, нет. Деньги нужны, деньги нужны. У нас уже 3700. Это, блядь, вообще ни о чем. Это на один, блядь, проезд, нахуй, до центра. Что тут, с кого еще, блядь, не собралось? Так, это, блядь, стволы. Стволы. Ага, ладно, пока нам здесь. Что, мы что-то подняли? Нет. Блядь, это бомжатский набор. С обрезами. Куда вы, сука, бежите? Здесь, блядь, чуваки, нахуй, вообще, блядь. С винтарями, блядь. Патрончики, может, продадим. Забрать, забрать. Еще двигаемся даже. Еще двигаемся. Но, блядь, недолго мы будем двигаться, я чувствую. Какой нахуй обрез? Выброси его, пожалуйста. Все, хватит, блядь. А то я сейчас, блядь, здесь встану. Ебать, здесь нахуй трупаков просто, блядь. Ни с кого здесь больше ничего не выпадало нигде, блядь. Вот так вот походим. Я в них здесь эпилепсия играет просто. Просто эпилепсия, блядь, играет. Торговать, нахуй, дружище. Блядь, по 300 рублей калаши. Акция, ёптить. Распродажа, блядь. Гранаток, может, сдадим. 1200? Отлично, отлично. Уже, блядь, прям шикардос, нахуй. Шикалдос. 90 рублей, блядь, за аптечку, что ли? Охуительно. Охуительно, блядь. Зайди, блядь, в магазин купи себе, блядь, за 90 рублей, блядь, аптечку. Тебя там, блядь, нахуй пошлют. Скажут, сосямба тебе. Сосямба. Соситус, нахуй. Ну, привет, привет. Так. Давай. На, сходим на базу, это... Ну, блядь, я, конечно, не думаю, что сейчас, нахуй, за такие-то деньги, как у нас, ничего не улучшают. Пизды только могут давать, конечно. Так, у нас, кстати, задание у нас что? Добраться до норы, блядь, между прочим-то. Между прочим, ну. Ладно. Ну, здорово. Чего доберемся. Скажешь хорошего? Доберемся. Мне просто интересно.
Чувак, где ты? Давай. Точность. Ага. Свободные сталкеры, ветераны и охотники. А у него нету, да? Смены типа это. Мир от заразы зоны. Патронов. Общая задача. Костюм починить. Так, ствол у нас починен. Отдача. Настильность. Извиняюсь. Так. Это все у нас установлено, что ли? Я понял. По костюму ебать. Просто ебать. Ладно. Кевларовые пластины. Ебать, тут ценники просто. Вот цены на установки, блядь, цены улучшений там ебануться просто какие. А цены продаж просто ни о чем не. Просто, блядь, ни о чем не. Время дорого. Да, блядь, дорого, пиздец, как дорого. Ладно, хули, идем в нору нахуй. Идем, блядь, в эту ебучую нору. А где я здесь у вас видел, блядь, контейнер нахуй? Контейнер я у вас видел. Да ну нахуй, я уж его где-то видел. Че, издеваетесь? Как жизнь? Охуительно. Какие новости? Че ты машешь? Ничем. А че ты просто помахал, типа мне, типа, привет? Ну привет. Я не помню, где это, блядь, сундук. Ебать, как громко. Ну, здорово? Да здорово, здорово, бля, чувак. Ладно, ну бля, либо время это дорого. У тех было на базе. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Ебануться. Ладно, хуй с ним вообще, вот вообще с ним хуй. Нам далеко пиздахать-то? Ну, в принципе, так. Сражаясь с мутантами, вы покроете блядь, еще и выносливости нахуй. Подгрузки опять, подгрузки. Ладно, ладно, пиздуем. Пиздуем. Ебать. Блять. Не люблю я нахуй без настроения записывать. Вот, ну очень не люблю. Вот это я, кстати, помню. Бля, ебать нахуй. А хули вас вообще, блядь, не 100, блядь, человек нахуй. То, блядь, хорош, нахуй, чувак, блядь. Отъебись. Спасибо. Спасибо, блядь.
По кому там ебнуло? Блять, ебать, сука, наколотили мне здесь, блять, нихуя я в пяточку не нажимал, то уже, блять, ебануться полчаса я в пятку не нажимал. Отлично. Точность-то у него, кстати, хорошенькая. Ебать, какой калаш. Сука, я сейчас все здесь насобираю, и я уже не смогу идти. О, хорошие аптечки. Ну да, сейчас я, блядь, сейчас я никуда уже не пойду. Нихуя себе дробаш. Это, кстати, хороший дробаш. Блядь, стоит он как-то вообще нехорошо. Ладно, хуй с ним. Отдадим обратно чуваку. Ладно, с богом, погнали. Погнали. Да, блять, мне уже очково, нахуй. Боюсь я всех этих, нахуй, пещер, блять. Особенно одному ходить, блять. Особенно вспоминая, блять, прошлые года. Давно утраченные года, я бы даже так сказал бы, блин. Когда, блин, играли в тот же день Чернобыля. Хождение всем по этим катакомбам, это пипец просто какой-то. Не расслабляйся. Подземка кишит мутантами. Согласно плану, блок управления насосной станции находится уровнем выше тебя. Передаю точные координаты. Угу. Осторожней там. Удачи. Спасибо. Ебать, блядь, сука. Ебать. Да, блядь, что здесь происходит, нахуй? Ебать, что вообще вот такого я не помню. Это типа мне нужно бежать, нахуй, пережидать всю эту ебалу, да? И как мне ее, блядь, пережидать? Она, сука, не заканчивается. Ебать. Я что-то вообще не помню такого, чтобы, блядь, под этим бежать под огнем. Блять, у меня еще и выносливости нет, потому что я ж, блядь, набрал всего. Я ж всего набрал еще. Сука, говно ссаное, блядь. Напугал меня, блядь. У меня жопа, блядь, вспрела. И чё, как с этим огнем бороться-то? Ебануться. Это нужно было как-то быстро пробежать. На, сука, гори, блядь, черт вонючий, в очко ему, блядь, прямо. Ебать. F5, нахуй. Я вообще не помню, чтобы такого под огнем бежать. Я помню, что вот заходили в эту пещеру вот так вот. Так, это я собирать не буду. Да, конечно, куда мне что-то уже собирать? Я вообще не понимаю. Куда мне уже что-то, блядь, собирать, нахуй?
Кто это, сука? Ебать! Да ну нахуй, пошел в очко, блядь! Вот этот хуйло, блядь! Бля, вот этот, конечно, эффект здесь сделан. Ебать, я напряжен. И как мне сюда попадать? А где этот хуй? Ебать, я просто вот вообще, у меня тишина просто максимальная. Ебать, он из чего? И дверь открылась. Ебать, F5-очка нахуй. Давно я так не прел, честно, вот скажу вам, признаюсь честно, я, блядь, давно так не прел. Так, что мне, где, блядь, что нужно сделать? Ебать. Ебануться. Надо было сюда реально идти налегке. Ух ты ж, ёб твою мать. Ёб твою мать. Мы успели? Блять, нихуя себе, я вам честно признаюсь, я очень давно вот так вот, блять, не прел. Да, наемник, сработано было отлично. Тоннели затоплены, так что теперь нам будет полегче. Ага. Хорошее выполнение обязанностей я всегда поощряю, поэтому приходи за наградой. Я понял. А где тайнички здесь? Ух ты, это пригодится. Вот это очень хорошо, кстати. F5-очка, блядь. Это лишним нам сейчас не будет. Да... Нихуя себе! А вы-то здесь откуда? Из чего у тебя рука? Из чего у тебя рука? Извини, пожалуйста. Отлично. Давно такого напряга не было. Ебать, он застрял. Охуительно. Блядь, тихо-тихо, не та кнопка. Сука, залезь, пожалуйста.
Знакомое, кстати, место, да? Мы сюда неоднократно, блядь, приходили. Ну, я приходил, ладно, хуй с ним. Я сюда приходил. Лично это собирать не будем. Всем привет, это Стрелок. Никак не ожидал, что доктор сумеет так быстро поставить меня на ноги. Значит так, до меня дошли слухи, что кто-то пронюхал про наши успехи и настойчиво ищет контакта. Ага. Чую не к добру это. Нужно поторопиться со следующим выходом к центру. Здорово, Стрелок. Ага. Рад, что ты жив. Слушай, мы с Клыком нашли все детали и собрали два дешифратора. Оба в схроне недалеко от выжигателя. Заберем их, как пойдем к центру. Угу. Призрак, дружище, вот это действительно отличная новость. Значит, слушайте план. По катакомбам нам точно не обломится. Так что остается один вариант. Идти через выжигатель. Я направляюсь к Сахарову за одной штукой, которая поможет нам сохранить свои мозги в целости. Ждите меня на военных складах. Угу. Леоник, говорит Лебедев. Ага. Переписка из тайника многое проясняет. Теперь мы знаем, что в центре зоны побывала группа Стрелка. Мало того, они готовят второй поход к центру зоны. Идиоты. Если у них получится задуманное, то случится второй большой выброс. Мощность на этот раз будет такая, что все живое погибнет. А зона перейдет в абсолютно нестабильное состояние. Этого нельзя допустить. Я понял. Стрелок ушел на янтарь. Ты ближе всего к нему, поэтому попробуй перехватить. А клыки и призраки мы позаботимся сами. Хорошо, я понял. Отсюда нельзя выйти, да? Сука, со спины, блядь. Сука, вот. Отлично. Сняты. Сняты. F5, блядь. Винтики, блядь. Аптечка, колбасочка, гранаточка, нахуй, бинтики. Это нам нужно, блядь. Это мы соберем. Бля, времени-то уже прошло. Времени-то уже прошло. Патрончики это продадим, нахуй. Продадим, блядь. Хули нам еще с ними делать? Че, сука, не понравилось, блядь? Не понравились мои меткие попадания, блядь, в голову? Просто, блядь, у голову. Что здесь? Что здесь? Ебать. Ладно, все забирать не будем. Патроны за 4 рубля, блядь. Спасибо, не нужны нам. Ходили бы, блядь, еще, может, с дробашом. Может быть, тогда да. Ебать, это вот напряг. Я вот вообще эти катакомбы, просто они напрягают меня. Похлеще, блядь, хоррора какого-либо. А что здесь? Ебать. Ебать. А, это знакомая нам дверь, но нам не сюда. Ебать. Просто я сейчас немножечко... Можно подняться! Мы сейчас, сука, сдохнем живеть. Ебать, просто. Просто ебать. Так, времени прошло уже. Нужно заканчивать. Блять, аж спина вспрела. Просто вообще такого напряга
Я хуй знает, сколько у меня не было уже. Ладно, ладно. Еще было бы настроение сегодня, получилось бы намного интересней. Ну, сука, с этими записями. Так, давайте аптечечку тыкнем. Да. F5-очку тыкнем. И давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Буду всем очень рад. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.